сегодняшний матч для вас будут комментировать Константин Генич и Костав Хозяев. Кто-то назовет эту схему устаревшей. А я бы назвал ее проверенной временем. Такая настоящая классика. Став гостей. Расстановка с явным перекосом в сторону атаки. Защитникам придется сегодня выложиться на полную. Друзья, сегодняшний матч для вас будут комментировать Константин Генич и Костав Хозяев. Кто-то назовет эту схему устаревшей. А я бы назвал ее проверенной временем. Такая настоящая классика. Став гостей. Расстановка с явным перекосом в сторону атаки. Защитникам придется сегодня выложиться на полную. Друзья, сегодняшний матч для вас будут комментировать Константин Генич и Костав Хозяев. Кто-то назовет эту схему устаревшей. А я бы назвал ее проверенной временем. Такая настоящая классика. Став гостей. Расстановка с явным перекосом в сторону атаки. Защитникам придется сегодня выложиться на полную. И вот место подачи розыгрыш угловой. Можно подавать тут. Хорошо оборона тут играет. Ставь, ставь, не имеешь права. Это пенальти. И отличный шанс выйти вперед и выиграть матч. Искали спасение в собственной штрафной, а вот что нашли, это большой вопрос. Реализует пенальти.